Кристина, 164, с сердечком. Привет, а вопрос гостю такой. Каким своим поступком ты гордишься? Хорошего стрима, всем peace. А давайте сразу и отвечать. Каким своим поступком ты гордишься, Тёма, Емельян? Каким своим поступком ты гордишься? Я горжусь тем, что я отказался от секса втроем ради дружбы. У меня вот, значит... Я хочу это знать. Я хочу знать. Отказался от секса втроем ради дружбы. Это уже же звучит как название для стрима, правда? Парень отказался от секса втроем ради дружбы. Или там было три твоих, два других твоих друга, и ты такой, пацаны, ну мы не будем же портить дружбу сексом. Ребят, реально, реально. Слушайте, это уже не разгоны. Эл, прекрати. Эл, прекрати. Это, ну, убери. Убери, пожалуйста. Эл, ну серьезно. Серьёзно. Я знаю, мы все этого хотим. Мы все этого хотим. Но... Я уже обжигался так. Я уже так обжигался. Причем, ну, не фигурально. Это дело было в сауне. Ну, я хочу знать, что там было. Значит, у меня были друзья, парень с девушкой. Так. И они, короче... Хотели заманить меня изначально вот на секс к ним втроем. Вот. Я сначала целовался с его девушкой, просто он смотрел. Но они на вечеринке предложили. А я люблю целоваться, поэтому я согласился на это. Я прям обожаю целоваться. Не знаю, как вы. Вот. И потом они расстались. Этот парень с девушкой. А этот, ну, и этот парень сказал мне, что бы ни случилось, пожалуйста. Если она тебя позовет, не приезжай к ней, пожалуйста. Мне очень больно. Мы расстались, мне очень больно. Что бы ни случилось, и она пишет. Правильно ли я понимаю? Они были вместе, и он такой, Тём, давай-ка сделаем секс втроем. Ну как секс втроем? Скорее мы вдвоем займемся сексом с моей девушкой. Но как только они расстались, он такой... Вот сейчас будет обидно, если она, будучи не моей девушкой, будет с тобой спать. Тём, это бред. Либо я смотрю на это, либо ничего не происходит. Да, либо я ее парень, и тогда ты с ней трахаешься. Ну, а если я не ее парень, и она абсолютно свободна, и ты с ней трахаешься. Ну, если честно, я понимаю это. Просто смешно. Как это ни странно, я это понимаю. Ты записал голосовое. Если ты запишешь голосовое во время этого процесса, то тогда приезжай к ней. Это меньше, что я могу попросить от тебя, как от друга. Кружок в телеге скинь. И вот, я, значит, он это написал. И потом эта девушка поехала отдыхать с другой девушкой, тоже моей подругой, в которую я был жестко влюблен. Прям влюблен, вообще влюблен. А она меня отфрендзонила. Отфрендзонила. Да. И они мне вдвоем пишут, давай втроем отпразднуем Новый год. И присылает фотографию, на что, какие планы у нас будут. Расскажи. Что за фотография? Что там? Они прислали... Что там? Что на фотографии, Тём? На фотографии было... Они были голые, но они не себя сфоткали, а свои тени. Друг напротив друга. Вот так. Но это были голые тени, ведь так? Были голые тени. И я провел небольшую работу. Я смог отрисовать потом, как выглядела реальная картинка, отталкиваясь от освещения в комнате. Засунул в нейросеть, и она полностью воссоздала... Полностью воссоздала комнату, картинку, которая была. Так. И я всю неделю ходил. То есть я держался... То есть у меня было... Что я пообещал ему, что я не приеду, что бы ни случилось. И тем, что я пиздец хочу приехать, что бы ни случилось. И мы еще с ним перестали общаться, с этим чуваком. Мы с ним не общались особо, не тусовались. Все, мы перестали... Ну, то есть, мы были уже не друзья, по сути. По сути, да. Да. Но я подумал, что обещание, по идее, должно сдерживаться вне зависимости от внешних обстоятельств. И
я такой, ну, блядь, ладно, если я пообещал, я пообещал. И я отказался. Или ты испугался? Емельянов, я... может, ты испугался? Может, я думал об этом, испугался ли я. Испугался. Ну, то есть, мне точно было очень трепетно и нервно. Но было и много решительности, стоит отметить. Кость, было много решительности. Кость. Было. Было много решительности. Было. Блять. Да. И вот, я в итоге отказался. Я не поехал. Я взял мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Ладно, ты слишком молод для этой песни. Серьезно? Ты не знаешь ее, да? Ты знаешь этот новый закон, который выпустили, где можно слушать старые записи до твоего рождения? Буквально недавно пропустили. Ну, вряд ли это до твоего рождения. Но ты не знаешь эту песню. Ты знаешь эту песню? Ну, я не знаю. Ну, вот и все тогда. Закон только издали, я сейчас все послушаю. Хорошо, у нас вот такой вот получается донатный блок. Я вам напомню, видите, какая молодец Кристина, что задала вопрос в донате. Вы задавайте вопросы в донате тоже, и тогда вот будет беседа литься. Видите, как неожиданно, поступок, которым ты гордишься, и вдруг тройничок нарисовался, неожиданно. Саша Вишня. А? Не было больше никогда. И вот с тех пор... вот. А знаешь, я вот тебе так скажу. Мне кажется, это идеальная близость к тройничку, которая может быть. Вот как тебе объяснить? Я никогда не был даже близок к тройничку. Вообще, никогда. Вообще. Да и я, если честно, прям нет у меня такого желания. Потому, вот часто говорят о том, что главная фантазия мужчины, тройничок. Вообще даже близко не было такого желания. Но мне кажется, так или иначе, даже тот человек, который хочет тройничка, это все равно как-то муторно и странно. Ну, не знаю, может, я так думаю. И ты был на идеальном расстоянии от тройничка, потому что вот две девушки, они прям явно согласны, и ты такой, ну, я как будто бы зачекал этот момент. А, вот, блин, на самом деле у меня так работает даже, вот когда девушка, ну, вот мы уже условились с девушкой, что мы готовы переспать. Уже как будто переспал. Для меня это круче, чем сам секс. Я даже могу такой, все, поехали по домам, все. Я получил согласие. Да, да, это прикольно. Так что я думаю, это идеальная близость. Я думаю, что ты еще и представляешь такой, какой мог бы быть тройничок. А потом был бы тройничок, и ты такой, вот о чем люди говорят. Не так уж это и круто. Да. Вообще, ну, идея гораздо круче зачастую, чем то, что случилось. Всегда. Я поэтому жизнь не живу, я ее больше фантазирую в голове. Я вообще в голове, если честно, раза в три круче, ну вот. Я в голове закрыл ЧБД. Блин, круто. Скажи круто. У тебя, да. Ну да, вообще шикарно. Я поэтому блоки не расписываю. Мне пришел заход, и я такой, это разъеб какой заход. И пока я его не расписал, так и есть. Блин, вот это, кстати, правда. Да. Так, донатный блок. Тём, не отвлекай меня, тут бабки текут рекой.